36-летняя певица поздравила наследницу с днем рождения. Алсу показала новое видео с Микелой. Дочери звезды и бизнесмена Яны Абрамовой исполнилось 12 лет. Певица трогательно высказалась о Микеле, которая пошла по стопам мамы. Девочка всерьез занимается вокалом, играет на нескольких музыкальных инструментах, она уже вовсю пишет песни и снимает клипы. «Наша любимая добрая сердечко. Моя талантливая, яркая и веселая девочка. С днем рождения! Ты наше солнышко. Ты даришь свет и радость абсолютно всем вокруг себя. Очень люблю тебя. И хочу, чтобы ты была всегда счастливой. Ты столько учишься, трудишься и работаешь над собой, пусть все твои мечты сбываются. А мы всегда будем рядом», — высказалась популярная исполнительница. Алсу порадовала своих поклонников и фолловеров Микелы, обнародовав новый клип девочки на песне «Не твоя». Друзья, в этот праздничный для нашей семьи день делимся с вами нашим семейным творением с нашей Микелой Абрамовой, — отметила она. Слова и музыку композиции написали профессионалы. А вот операторами в клипе, снятом в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, пришлось выступить самой Алсу и ее старшей дочери Софине. Съемки развернулись в загородном доме певицы и бизнесмена в Подмосковье. Пользователи от души поздравили участницу шоу «Голос». Дети, с днем рождения и с премьерой клипа. Поздравляем вас, Алсу, как маму, и Микелочку с днем рождения. С днем рождения, яркая звездочка, красавица, какой голос, очень талантливая девочка, потрясающий голос, отличная девчонка у вас. Пусть у нее все получится. Чем дальше, тем лучше. Уже легко и без напряжения поет, умница, — высказались фолловеры звездной мамы. Недавно Алсу показала своих повзрослевших дочерей. Она сняла забавное видео с участием Юлии Ковальчук и других звездных подруг. Певица восхитила дизайнера нежным образом на карантине.